Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас. Мы продолжаем свои приключения в игре под названием Arma 3 с модификацией Altis Life. Ну что ж, сегодня у нас будет, ребята, серия необычная. Я сейчас поеду в гараж обратно, поставлю машину. Ну, давай сначала посмотрим, что тут происходит. Мы сейчас переоденемся в каком-нибудь бомжа и будем просить ребят, всяких людей, чтобы меня подвезли. То есть наша задача добраться. Сейчас я вам покажу, до какого места мы должны добраться. Опа, тут менты с рюкзаками. Понятно. Так. Спокойненько. Блин, вся стоянка занята. Обалдеть просто. Кто, говорит, умеет машину красить? Смотрите, мы находимся в ковале. Наша задача — просить других людей, чтобы они нас довезли вообще в другой конец города, острова вернее. Ну вот, например, вот в это место. Даже вот в Софию. От Ковалы до Софии. Все, пойдем. Это, можно сказать, практически вся карта. То есть мы сейчас выйдем на трассу и будем просто просить других ребят. То, правда, конечно же, будут меня другие узнавать. Я надеюсь, за что это, ну, возможно, будет какие-то вот, там поблажки. Ой, Римас, давай довезу и так далее. Может быть, нас даже завезут куда-нибудь, застрелят, вот, либо ограбят. Хотя, стоп. А давайте мы сейчас поставим машину в гараж, переоденемся в такого-то, знаете, в чувака представительского вида. Можно даже сделать так, чтобы мы выглядели, ну я не знаю, ну прям красавчик просто в каком-то костюме жестком. Кстати, а где костюмы нормальные? Так, белое, это не то. Рюкзак, конечно, снимем. Сейчас домой зайдем, снимем все это дело, скинем. О, масоны, ёптать. А где костюмы, интересно, нормальные? Нам надо поискать костюм. Нормальные костюмы, ребята. Тут какие-то всякие... А вот, уже рукава подлиннее стали. Можно даже в бомжа переодеться, если честно. Просто бомж. Костюм или бомж? Вот, смотрите, какой классный костюм, да? Так, это какая-то... Это как будто с психбольницы я вышел. Так. Благо, что меня не узнают, это хорошо. А, вот такой вот, в губника можно переодеться, смотрите, тоже. Так, еще какие здесь? Ух ты, красиво, да, сделали? Красота. Так, мистер Обама здесь у нас здесь есть. Во, вот такие вот костюмы я имел в виду. Балаклавы были вчера. Маджахет, ептать. Такой в батюшку переоделся. О, нормально. Погнали домой. Так, можно паспорт, пожалуйста? Движуха просто жесткая здесь происходит. А, да, кстати, грабанули мой дом. Теперь я полный бомжар, если честно. А, да, грабанули, ребята. Домик, к сожалению. Вот что осталось с моего дома. Да, в принципе, ничего такого прям. Хранилище открыть. Хранилище дома разблокировано. Ну, и чё? Почему я не могу открыть хранилище свое? Чё-то не понял. Может, нам надо идти на второй этаж? А вот, инвентарь появился. Да, у нас полицейская форма осталась и еще там какой-то магазин. Ладненько. Кладем ПМВ. Кладем все эти патроны. АК. Все это дело, ребята, кладем. Так, вещи тоже. Шапку, бурду оставляем обязательно. А, рацию, рацию оставляем, на всякий случай. Вот теперь мы вот так вот выглядим. Обалдеть просто. Все-таки нам надо в бомжа переодеться, мне кажется. Сейчас посмотрим еще какую-нибудь одежду. Хорошо. Так, магазин одежды. Я 35 покупаю. Сколько там рожков? А можно, в принципе, вот с этой стороны посмотреть. А что за черт там был? Сколько рожков за 35? Смотри. Один рожок идет за 700. Сама пуха. Один рожок. Чего припарковал? Ладно, давайте выберем такую, знаете, рваную одежду. Ну, понимаешь, это... Это пищина. Во-во-во, вот это, смотрите. Рваная одежда, ребят. Вот это берем. Просто знаешь, когда, блин, много всего. Жестко прошло. О, петушок появился. Успеем, давай, поехали.
Поехали. Что, рестарт, да? Что с ней делает? Да, рестарт. Ух ты, сейчас будет рестарт. Да ладно, друзья, до рестарта. Жаль, что рестарт будет, конечно. А что такое рестарт, ребята? О чем вы говорите? Прыгать. Может, буря? Да буря будет. Здорово. А, понятно. Здорово, здорово. О, какие люди у нас тут с собой. Здорово. Здравствуйте, господин полицейский. Это не полицейский. А, может, за это могут security повязать? Security есть? Security? А, security. Это официально разрешено все это. Сотрудники охраны. А, чоп. Понятно, вот, уважаемые, да, люди. Самир Заур. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ты год назад играл на сервере Ямайка Алтислайф, я енот. О, здорово, енотич, как дела? Здорово, хорошо. Тебя как занесло сюда? Что там на Ямайке, как? Да хорошо, только сервер уже, наверное, закрыли, потому что, ну, никто не заходит. Римас, а ты что так почернел? Ездил на отдых? Да вот это, гопники, короче, отпинали. Смотрите, вот у меня вся спина теперь чёрная. И это, ну и сам, ну как бы на остров. Тут жара такая стоит, конечно. Вы скоро тоже чёрными станете. Потом будете, осторожно, кстати, вас могут этот потом за это отправить куда-нибудь на плантацию работать. Добрый день. О, здорово, а где твой гербешок? А, это другой, СКФ, это понятно. Просто чувак один ходил тут. Здорово. О, Римас, привет. Здорово, здорово. Че Вандерфул говоришь? Там от меня там номер по нету. Ух ты, какой классный шлем. Там уже жалоба на Вандерфула есть. Он сегодня с медиками летал. Кто? Вот он. А что за жалобы? Да-да, я здесь. Покажи паспорт. Потому что там медики со стволами ходят. Медик. А, ну это, конечно, он не знает. Ну. Жалоба на меня, да. Хотите, я вам сейчас кое-что скажу, ребят. Кто там? Ты не имеешь права летать с медиком. И медику давать ствол. Да я был на соседней горе и смотрел на вас в бинокль. Чего? Я видел, но не хочу. Окружили, окружили. Какую машину, чтобы вы забрали его? Чего вы бомжа окружили? Все, я бомж. Я бомж. Вот здесь вот. Буду сидеть вот здесь вот. Я не имею права выбирать оружие, иметь. Вот так. О, зеваю. Ладно, друзья. Какое-то... Да, возможно. Ладно. Когда смотреть? Ждем. Рестарта. Ну что ж, дорогие друзья, поставила свою тачку, у нас произошла буря, прошла наконец-то, и сейчас, как я, в принципе, вам и обещал, мы будем идти пешком, просто пешком. Я не знаю, я даже останавливать пока что никого не буду, я попытаюсь, конечно, заменить свой голос, но это будет очень смешно. Есть программы, которые изменяют свой голос, но так или иначе меня узнают по-любому, потому что эти программы не могут мой... как говорится, избавить от моего акцента, если так правильно я выразился, да? Или диалект. Ладно, просто бежим. Сейчас мы просто-напросто выйдем до КПП. Хотя давайте сейчас попросим кого-нибудь, чтобы они нас отвезли до КПП. А потом дальше больше. В общем, да. Вот так вот. Можно даже еду убрать. Ой, у меня еще отмычки, наручники остались. Сейчас как раз буря только закончилась, поэтому все люди будут выезжать из Ковалы. И все такое. Че, никого нет? Я даже не знаю, как тут анимации делать. Может, через... Ну, если только так. Если вот только... Ага. Прекратить танец всякие, танцы. Так, а здесь у нас стоп, вперед, в бой. Направление, замирание, опасность. А, вот так вот, типа, опасность, да? Иди нахуй. Ага. Хорошая тоже. Опасность. Давайте остановим. Чувак, ну останови. Здравия желаю. Дружище, довези до КПП, пожалуйста. Здорово, Рима. Надеюсь. О, спасибо. Блин, узнали уже. Я куда, до КПП? Да, прям до КПП. Чё, как дела, куда едешь, чем занимаешься? Да ничего, потихонечку, работаем. Как работа-то? Идёт, продвигается? Да идёт потихоньку. Чё. Понятно. Опасности бывает? Бывает? Да бывает, вот тоже. Куда без них-то? Чё, гопают, нет? Да, ТМПС тут один раз пытались отжать. Но горе-грабители, короче, как у тебя видео один раз есть, не успели его перебить, короче, 15 минут оставалось, я время тянул. А, до бури, что ли? Да, да, да. Ну, красавчик, что-то чувак, походу, пьяный или что? А, он, видать, заворачивает налево на яблочное поле, да, как его там, груши тут.
Там вообще что-то непонятно, куда он едет. Mm-hmm. Не, смотри, он сзади еще едет. Смотри, смотри, врезался в нас. Какой-то неадекват. Ну да, есть тут такие. И причем очень много. Один на бэхе летает, тут по 250 км в час. Вчера предлагал за 1000 рублей. Ничего себе. Фу целую насобирал и короче, вписался. Ну, это понятно, это этого не избежать. Вот так вот думаешь, да, карта маленькая, а вот, блин, попытайся пройти с пешком. Охереешь просто без машины. Ну да. Чё-то подлагивает, да, ребят? А ты чем, песок возишь? Там чё? Не, я на угле пока. А, чё как? Нынче уголь. Да ничего, нормально так. Жизнь хватает, семью прокормить и все остальное прочее. Ясно. Вот и КПП. О, кто-то уже шлагбаум позакрывал. Они всегда после рестарта закрыты. Ага, понятно. Тут менты бывают на КПП или редко? Очень редко на самом деле. Че, он там не может открыть, а открыл. О, походу гопники какие-то на черной машине, смотри. Стопудово. Так, тебе куда? Да вот прям здесь останови. Все, спасибо. Да не за что, давай, удачи. Давай. Хорошего стрима. Спасибо. Так, ну что, ребят, докинули нас. Прекрасно. Первый хороший человек попался. Пока что меня никто не изнасиловал. Или еще что-то. Сейчас мы выйдем тогда отсюда. Вот так вот сделаем. Откроем шлагбауны тоже. Чтобы ребята не парились этим делом. Да, все открыто, все прекрасно. Была, конечно, идея, чтобы... Ну, там, конечно, люди нужны, чтобы мы были вооружены. Просто занять КПП. Ребят, занять КПП и там взимать плату. Конечно же, нас, возможно, потом расстреляют. Как говорится, на каждую крутую рожу всегда найдется крутая задница, да? Или как я правильно сказал? Крутая задница, крутая рожа. Ладно, идем дальше. Наша задача, как обычно, как всегда, здесь мы находимся. И моя цель добраться до ДП-17. Можно сказать. Не, даже не допустим, а до Софии. До Софии или София. София, кажется, да? Правильно называется. Погнали. 21,5 километров. Это просто жесть. Так, тут какая-то машина есть, смотрите. Я ее не буду останавливать. А он даже не остановится, кажется. Ну что, ребят, давайте всю дорогу. Всю дорогу будем ездить, идти с вами. И пытаться остановить какую-нибудь тачку. Смотрите, тут уже какие-то тормозные полосы. По всей видимости, походу здесь какой-то был гоп-стоп. Или просто машина проезжала недавно. Ой, еще одна машина проехала, ребята, в противоположную сторону. Наша задача добраться. Добраться. Так, 21 километр остался. Длинный путь, длинный. Мне бы, конечно, вот такую вот машину встретить, чтобы она вот с той стороны шла, ехала. Это, правда, ограничение 80 км в час. Блин, какая все-таки карта огромная, да, когда ты идешь пешком. Как вы знаете, недавно появилось обновление в армии, переработали графику. Ну, не знаю, как вам, видно, не видно. Действительно, вот если вот так присмотреться на текстуры, они немного улучшились. И надо, кстати, еще посмотреть свои графические настройки. Может быть, там появилось что-то интересное. Ну-ка, давайте посмотрим. Видео. Ультра, ультра у меня стоит. Тень, в принципе, я так поставил. Так, изображение. Размер HUD. Ну, давайте посмотрим нормальный. Большой. Ага, это понятно. Лучше маленький поставим. 55-54 FPS. При таких вот свечении. Круговое размытие я, конечно же, убираю. Резкость тоже, фильтр резкости тоже убираем.
Оно нам не нужно. Все, ладно, окей. Стой! А, наконец-то остановился. Здравствуйте, добрые люди. Подвезите, пожалуйста, до Софии. Я куда? До Софии. До Софии? Да. Это другой конец карты, если есть, конечно, время. Можете, в принципе... А вы куда едете? Вы меня можете оставить по пути, я потом дальше там буду ловить. Ну, давай мы тебя подвезем. Мы как раз по пути. Куда? До Софии? Ну. О, классно, классно. Или вы так, как бы по плату. Не надо мне по плату подвезти. Если вам не по пути, не надо мне подвезти. Бесплатно, бесплатно. Да? Бесплатно. Хорошо. А вы меня не гопните? То я вас не знаю. Нет, нет. Кто вас знает? А покажите паспорта хотя бы, чтобы я знал. Ага, все хорошо. Скажете, да, такой наглый, что просит подвезти, что паспорта просит просить. Ну, понятно. Да все окей. Все окей? Понятно. Нормально. Чего я так... Чем занимаетесь, ребята? Да, гопаем людей. А, чего? Гопаете людей? Понятно. Да. А куда вы едете? Если не секрет. Да ничего. Куда едете, говорю, если не секрет? Че говоришь? Куда едете? Ну, куда уехали? Какой путь держали там? А, это уже не твое дело просто. А, понятно. Понятно. Секретная информация. А, хорошо. Ну, вы меня довезете, да? То есть до Софии. Конечно. Можете, в принципе, по пути где-то остановиться. Вот прямо здесь я могу слезть, если что. Чуть не стрёмно, ребят. Какие-то непонятные ребятки. Какие-то молчаливые все. То есть, а кроме того, как вы гопаете, чем еще занимаетесь? Как вообще вот... Ну, медь продаем немножко. А, то есть медью занимаетесь, сейчас, да? Мы решили отдохнуть от меди, так, поездить. А, покататься, посмотреть? Да, людей. Понятно. Вообще-то, я учитель педофил. Ни хера себе. Компания такая веселая. Да, вот у вас. Я обычный, да? Я обычный педофил. А вот Макс, и теперь я учитель педофил. Видишь? Блять, странные какие-то ребята, если вообще, честно. Вот так вот, знаете, выйдешь пешочком посмотреть. Вот, я еще учитель Санта педофил, блять. Ну я. Ну я не ребенок, так что не это. Не думай, хорошо? Ну да. Да не-не-не, я же не педераст, я просто понимаю. Понятно. Машина, слушайте, хорошо так тащит, да? Да, ну да, лучше машины лестница. Это я еще не максималки, я вот когда ехал на максималке, колесо сломал. Мы въебались, короче, немножко. Короче, ребята, нам надо сваливать отсюда. Какая-то непонятная компашка нам попалась, если честно. Учитель педофил. Это, конечно, не есть хорошо. Нам надо что-то придумать. Либо попросить, чтобы они остановились. Типа, я хочу отлить и драпнуть, и все. А вы вооруженный? Да. Ну, чуть-чуть, так, пистолетики. Ну, это хорошо, потому что мало ли что, бывают всякие там. Да-да-да, нас уже гопали, пытались там, все такое. Ну вот. Я уже отсидел там 15 минут. За что? За убийство человека. 15 минут это вот. Это считается как 15 суток. Ну, по. Да, 15 минут. Нет, ну понял, вы смотрите, вообще-то мне дали 60. Мне дали 60. Но потом я вылез, все, то есть я станцевал. Вылез гиркуник, просто там. Да, потом. Там какой-то неуравновешенный человек. Жесть просто. Да, понятно. Что я умею с полицией договориться. Я там одного пристрелил, мы такие катались там. То есть ты, получается, пристрелил полицейского, потом с ним договорился, да? Не с ним. Забавно. О, смотрите, машина какая-то. Еще один. Это, походу, авария, да? Здравствуйте. Что случилось? У тебя есть ремка? Сейчас. Тихо. Есть ремка. Ага. Сейчас, ребят, 5 сек. Давай. Там еще какая-то машина едет. И двое.
У него гопнет или что? Я не знаю, что за ребята такие. Смотрите, смотрите. Из машины. Тихо. Братуха, ты что? Ой! Из машины. Ребята, все, сдаемся. Из машины. Все, выходим. Тихо, ребят. Спокойно. Вы что? Нихера себе. Спокойно. Ой, ё-моё! Я думал, эти чуваки меня гупнут, оказывается, другие нас гупнули просто. Иди сюда, наручники нужны. Сюда. Поехали, валим. Пацаны, может, не надо? Тут еще один. Пацаны, ну чё вы? Я вообще пассажир, оставьте меня, я вообще бомж, ёптать. А, я-то думаю, Ремка. Ремка, не Ремка. Гоп, стоп, ёптать. Гопнули, оказывается. Пацаны! Вообще жесть. Ребята! Пацаны, может, договоримся? Поехали, пацаны. Садись. Да куда садись? Куда садись? У меня темно все, в глазах ничего не видно. Так, вы же можете вызывать свое меню? Но через это вы... Нет, не могу. Машину да закрыли. Вы его в конце концов угонит машина, она ваша. Блядь, садись. Ребят, да может договоримся, мы вам денег. Раз сука, ты на трассе прям это делать будешь, а? Открой. Вы хотя бы мешок снимите, а то мне этот плохо становится, реально. Я боюсь темноты, ребята. Вы что делаете? Что, сесть? Ребят, можешь? Может договоримся, денег нет. Надо. Вас вытащили из машины? Ребят, может денег? Тихо. Туда-сюда. Давай я, короче, на их машине... Не, я на их машине поеду. Ай, голоса какие знакомые. Узнаю я вас, узнаю, гопники-то грязные. Ай, как я вас узнаю, а? Не, вы, главное, меня не убивайте. Я могу с вами договориться. За определенную плату я могу вас не сдать. Да, мы договариваемся. Давай, братан. Удачи. Я не понимаю, меня почему-то вытаскивается. У кого там затаскивается? Вы что там творите с нами? Вы мешок хотя бы снимите, хотя бы, ну, реально, как-то неинтересно так без, с мешком на голове. Вот так вот, видите. За доброе сердце взялись, хотели помочь с Ремкой, а нас гупнули. Романтика. Помогите, кто там проезжает мимо? Помогите, ребята, нас загупали, гупнули. Ребят, помогите. Надо крик сделать. О, помогите. Душу вашу мотал, помогите. Музыку включу. О, тихо. Пацаны! Нас грязные гопники гупнули. Помогите, пожалуйста. Римас, привет. Здорово, блядь, гопают, просто жесть. Ребята, помогите, развяжите, а. Это где? Да я не знаю, где я, у меня темнота пол сплошная, я в мешке. Во, господи, боже ты мой. Вот это красота. Здорово, пацаны. А где те грязные здорово гопники? Рацию отобрали, короче, раздели, чуть не отпидрюкали. Вот это жесть просто. Офигеть. Да нет, вроде бы нормально, здоровье хорошее. Слушай, а где мои братаны? А вот они. Вот они, грязные гопники, смотрите, вот они ходят, бегают. Смотрите, видите? А ты вооруженный? А? Ой, по нам стреляют, уходи, убегай. Садись. Поехали. Садись, поехали. Садись, машину открой по-быстрому. Все, свалим. Вот это жесть, офигеть, просто обалдеть. Слушай, а ты меня услышал, да, я тебя спросил, ну, орал, да, там, помоги. Да. Слушай, спасибо. Смотри, только не врежься, просто уходи, убегай, ну и нахер. Там пацанов, правда, наших повязали, ну, как бы, меня тоже ребята подвезти хотели. И, короче, нас, и меня, и тех, кто меня подвез, короче, все купнули. Обалдеть. Слушай, классный мерин у тебя. Фух, а ты в какую сторону едешь, дружище? Я в Ковалу. А, мне надо в обратную сторону, если есть, конечно. Ну, давай тогда ты меня дальше отвези в безопасное место. А я там слезу, потом попрошу других людей. А тебе этот... куда надо? Да, не, если тебе не по пути, не надо, я сам доберусь. Я вообще хотел тебя увидеть, я... А, ну мне надо в этот. У меня челлендж такой, я хочу добраться до Софии. Конец карты вообще. А я знаю, я оттуда. Да? Поехали. Угу. Туда разворачиваюсь.
Смотри, смотри, чувак, смотри, ты чувака подрезал. Ты осторожно так. Чувак, извини. Слушай, какие-то агрессивные гопники. Надели на голову мешок, забрали рацию. Бабки забрали все. А, бабки, блин, вот гопники. Бабки не забрали, так, у меня $463. Жестяк просто. Обалдеть. А вот они, бойцы. А вот наша машина там стоит. А этих ребят нет, походу. Они на черной этой, да, вроде были? Да, такого. А чем занимаешься? Да я вот просто прокатиться решил, посмотреть, что почем. Кто чем занимается. И тут, короче, а мы едем, и нас останавливают, чувак, типа, вот ремка, есть ремка там. Мы такие, да, базаров нет, там уходим. И от кустов, короче, толпа уходит, и нас просто повязало. Да, ну, как обычно, по старой схеме. Обалдеть просто. Ну смотри, ну ты молодец, ты мой спаситель. А как тебя зовут? Димасик. Димасик, ангел-хранитель. Слушай, тебе вот крылья пририсовать, и ты будешь ангелом, реально. Спасибо большое. Вообще красота. Ангел-хранитель на Мерине. Просто романтика. Перекрась обязательно свою машину потом в белый цвет. Будешь полноценным ангелом. Да, ребята, вот так вот. Ну что, едем, едем. Слушай, мне даже, походу, GPS забрали. Все забрали. Вот зараза, а. А я ехал, думаю, ну, товар в Римасе встретить. А, и GPS оставили, да? Вот смотрите, этот включит. А я слышу, как этот мотор, этот, рев. Я думаю, ага, кто-то проезжает, походу, мимо. Ну смотри, за меня тебя чуть не убили. Это тоже плохо. Да. Но ты, рискуя своей жизнью, спас просто невинную жизнь. От гопников всяких. Вот правда рацию похерила, надо будет... А, тихо-тихо, осторожно. О. Слушай, машина у тебя, конечно, ходовая. Кстати, это что у нас? Какой кузов, я уже забыл? Это 190. 190 кузов вообще офигенно. Это лучший кузов из всех кузовов Mercedes-Benz. А тебе что такие? Да так просто челлендж. Я хотел просто, знаешь, пешком пройти и вот так вот просить всех, чтобы меня довозили. Эх, надо бы тех гопников все-таки поймать и потом их от-тя-тя сделать им. О, вот это да, вот это у меня, конечно. Обалдеть. Обалдеть. Че, машина сломалась, нет? Нет. Нормально, ни хера у нее ходовка, конечно. У меня тут такие галлюцинации жесткие появляются. Бля, у меня даже вид от третьего лица еще не работает. По режиму. Ну. Вот так вот, блин, остановишься помочь людям, да? Раз тебя и гопнули. Красота. Да, бывает, да. Блин, вот это, конечно, лагает жестко. На острове, походу, ребята, очень много игроков. Надо посмотреть. Да, достаточно. Вполне таки. Много игроков. Ментов что-то поназаходило. Мало, кстати, этих. Ну как мало? Относительно мало. Повстанцев всяких. О, 9 километров осталось. Эх, челлендж. Челлендж называется. Ну что ж, дорогие друзья, уже почти доехали до Софии. Кстати, здесь вообще почти, можно сказать, никого нет. Ага. Опа, вот какая толпа, смотри. Это, походу, фармеры, да? О, серьезные ребята какие-то. Вот это жесть. Тихо, тихо. Ну-ка, давай-ка, разверни-ка, если мне что-то это дело не нравится. А, все уже. Парни, здравствуйте. Ребята, давайте. Документики, давайте, проверяем. Если вот. Все нормально, уезжаете. Димасик. Вы знаете, что вы на территории повстанцев находитесь? Да. Здравия желаю. О, это Римас. Да, 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 Римас. А что, какие-то проблемы, ребят?
AMG. О, здорово, ребят, здорово. AMG. Да. Че, не помню, не помнишь меня, что ли, как мы с тобой о процентах договаривались? Конечно, помню, я же проценты выдавал вам. Там в случае правильно? Чего там вот. Ну. Такое вот, но. Ну, и в чем проблема? Я за свои слова отвечаю, я же сразу перекинул тогда. Проценты все. Перекинули вроде. Да ладно. Не, Римас перекинул. А, привет. Норм. Дружище. Здорово. Как да, дела? Ты, отойди ты, ну, да, нормально. Человеков. Стволом тычешь, он без оружия. Да я так просто этот, дружище, меня там, короче, гопали. И этот меня человек спас. Реально, он с меня снял мешок там туда-сюда. Вот я его попросил до Софии довезти. Рацию забрали у меня, короче. Это вы тут для рестарта ездили? Нет, я в Ковале был. Я понял, так а что приехали-то сюда? Ну, у меня я хочу этот, рацию купить там, туда-сюда, ноги помыть там, подгузник поменять, потому что гопали меня, испугался просто. Чистенького тебя в следующий раз еще раз и гопнули, да? Ну что, мы тогда проедем в Софию? Да, ребят, заезжайте. Вдвоем? Да, только вдвоем. Багажники можете проверить, там все чисто. А другую машину не видели? Спасибо. Черный Хаммер не видели? Ну вот мы сюда ехали, никого не видели. Вот там, вот посреди дороги где-то вот. Там вот ребята какие-то на черной машине, не знаю какая, ну не Хаммер. Вот они гопают всех. Ну я тогда вам говорить осторожно не буду, так как вы вооружены и так далее. Ну вы имейте в виду, там в кустах бывают засады. Хорошо, спасибо, ребят. Давайте, вам спасибо. Проезжайте. Ага. От кого? От своего хиатиста. Тут, походу, этих химтов обувают, да, нормально? Модрик, нихера колонна, посмотри. Обалдеть просто. Вот это они бабки поднимают с них, да? Смотри. Ну. Да, чужая территория, как говорится. Угу. Ну, хоть не это. Не гопники. Не, ну они как? Они этот... Если ты как бы держишь свое слово, они тебя вообще не трогают. Наоборот, там могут и этот... Впречься за тебя. Я как-то ездил на их территории, там копал, туда-сюда, меня не тормознули, говорят. Бабки, гони, процент. Я говорю, базаров нет? И что взамен? Он говорит, ну если что, говорит, будем есть, ну как бы, за тебя впрягаться. Я говорю, все, базаров нет. Ну вот, я как бы уехал, короче, я мог бы им после этого бабки не давать, но я скинул, ну я же как бы пообещал. И вот после этого смотри, как нормально. А сейчас бы меня сейчас бы раздели, поубивали бы. И тебя бы тоже за это. Ладно, спасибо, дружище, тебе еще раз. Пойду я по своим делам. Пойду рацию покупать, там подгузники менять и так далее. Давай, удачи. Береги себя. А, и тебе. Давай. Так, господа. Нам надо купить. Опа, а что, банкомат не работает, что ли? А, вот теперь вот так вот работает. Понятно. 1000. А можно, в принципе, взять 3000 долларов. Благо, у нас бабла хватает, очень много. Это прекрасно. Так. Автомобильный завод этот. Кстати, здесь гараж вроде бы есть. В этом гараже есть у нас какая-то тачка. Ну, салон грузовых авто. Герой лицензии, универсальный магазин. Здесь у нас, получается, магазин одежды. Продуктовый магазин, гараж. А мы, кстати, возле автосалона. Говорят, добавили Волгу. Давайте Волгу купим. Я, правда, не знаю, сколько она стоит. Вот он, кстати, автосалон. Давайте посмотрим сначала, сколько эта Волга стоит. Шкода прекрасная, да? Так, Гольфач, на этом мы ездили уже. Это неинтересно. Альфа Ромео, офигеть. Класс, и перед, кстати, у него. Во, вот она, Волга. ГАЗ-24. А цвета что? Ну, купить, закрыть. А, нет выбора цветов, да, пока что? Мы еще какие-то машины добавили? Так, это было. Audi Hammer H1. Сколько он стоит? 22 тысячи. Надо будет потом отдельную серию, ребята, сделать и проверить Hammer, как он ездит. Линкор, ну, мы ездили с вами на другом острове. Ликан. Так, ну что ж, ладно, давайте тогда самую крутую, самую офигенную и самую подвижную машину купим. ГАЗ-24.
К сожалению, у нас вроде бы выбора нет, да? Сколько он стоит? 8, а, 12 тысяч долларов. 12 тысяч долларов? ГАЗ 24. Да вы издеваетесь. Так, снимем тогда 10 тысяч. Так. Ай, ты моя красавица. Смотрите, ребят, тут даже багажник открывается. Опа, я могу еще залезть в багажник. Красота просто. Так, а перед не открывается, да? Вот это красота. А-ля 90-е. Даже в наше время есть, ребят, такие машины. Зато здесь зеркала работают, смотрите. И все скрипит, все вережит, все просто теребит. Так. Прекрасно. Нам надо в универсальный магазин. Вот сюда. Так, это где у нас 76 километров? Да, ребята, данная территория является исключительно только для повстанцев. То есть это их частная собственность. Ну, вот такие вот теперь правила. И, конечно же, нужно уважать чужие территории. Если, конечно, хотите остаться в живых. Ну, и либо вообще остаться, как говорится, уважаемым человеком. Потому что, если ты что-то там будешь какие-то на чужой территории втирать свои какие-то законы, то у тебя два должно быть, да, преимущества. Ты должен либо превосходить их и с ними воевать и гасить, либо, если у тебя нет этих сил, должен уважать эту силу и, конечно же, с ними пытаться общаться. Так, BMW у нас стоит 4000 долларов, нам это не надо. Вот как раз рация нам нужна, так как мы рацию, к сожалению, потеряли. Давайте ремонтный комплект. А, возьмем еще бинокль, конечно же. Пакет перевязочный тоже возьмем. Карта у нас есть, GPS есть, компас, часы. Все это есть у нас. Но вот, к сожалению, ПМВ для этого... У меня есть ПМВ, если честно. А... Он у меня дома есть. У меня даже два набора ПМВ. Так что я слишком так сильно деньги тратить не буду. Ну что ж, дорогие друзья, это была очередная серия Ark Arma 3 Altis Life. Немного сделали небольшой челлендж, можно сказать. Попытались довести. И вот мы уже, как говорится, в две истории вписались. Как-то необычно, да? Ну, так или иначе, мне кажется, было интересно. Первый раз нас чуть не гопнули, можно сказать, рацию забрали. Но почему-то бабки не забрали. Хотя 500 долларов здесь довольно, можно сказать, ценная валюта. Потому что, ну, за 1000 долларов, там, за... Вот 500, вот я купил крутую машину, вот эту, я купил за 14 тысяч долларов. Хотя здесь, конечно, цены с машиной неправильно, но... Интересно, вообще интересно, валюта стоит, то есть здесь не как на других островах, да, там 50 тысяч долларов, ой, это мелочь. Здесь 50 тысяч долларов, это реально ценится, поэтому 500 долларов на карманные расходы, это, конечно, очень даже хорошо. Так, чувак сидит какой-то здесь, а, это у нас гараж, да. Он сидит, походу, в кашет. Ладненько, я тогда поставлю свою тачечку в гараж. Я прям реальный бомжара какой-то. Всем пока, дорогие друзья. До скорой встречи. А я вот с этим мужиком сяду рядом. Пообщаюсь. Надеюсь, не против, если я рядом присяду. Хорошо, сидим, дружище. Ага. Есть закурить? Что? Закурить есть? Не, еще ничего нет. Понятно. Я тоже бомжара. Ну ладно. Всем пока. Это, короче, я сейчас пошел. Позже мы выйдем. Давай.